Мы собрались в IKEA. Нам нужно кое-что купить для нашего сыночка, который в следующем году переезжает из общежития на съемную квартиру, вернее, это дом, который они снимают с другими мальчиками. Это в университете, он учится в университете. Поехали, я возьму вас с собой. Я надеюсь, что нам будет интересно. Нас встречают летние товары для лета, для сада, огорода. Какие красивые лампочки, фонарики. И вот эти вот стулья, я не знаю, это наши такие канадские стулья. Они продаются в IKEA всех стран или только в наши? Надо было dimensions. Вот это мне тоже очень нравится. Композиция такая на стену. Вот такие деревянные панели, и на них искусственные, правда, цветы, но можно же настоящие, и вот такие же лампочки, фонарики. Это все-все мебель для улицы. Да. Смотри, какие красивые эти самые салатницы. Да, у нас есть. $7 две штуки. Да, я знаю, что у нас. Я недавно. Вот эти тоже мне нравятся. Смотри. Ну как? Сужик уж. Мне так нравится это кресло. Это кожа настоящая? Не, я не думаю. $500 нет. И желтая мне очень нравится. И вот эта клеточка мне очень нравится. А вот это как мне нравится, зеленое. Ай-яй-яй, $350. Мой любимый цвет, мой любимый размер. Мне нравятся вот эти вот штуки, да, все. Да, хорошие штуки. Такой буфет красивый. И вот эти вот. И вот такая вот комбинация. Супер. О, вот это что-то новое. Я такого не видела раньше здесь. Ага. А слушай, неплохая кровать. Сколько она стоит? 159. Она здесь сделана из ткани. Насколько это durable? Насколько ее хватит? На 3 года университетских хватит тебе? Вот здесь такая спинка. Я не пошел в магазин с мамой, пошел в магазин. Ну хорошо. Хорошая кровать. Возьми, не серьезно, она нравится. Это немножко больше большая. А нам нужно дабл такой. 149 стоит маленькая, 159 большая. Нам нужна маленькая. Выбираем матрас. Ну ложись. Ложись, ложись, полежи. Хороший размер. Окей, трайнер. Good. Это 300. Это больше. Такой размер, это full double. О, это nice, это хорошо. Какой лучше был? Ну, это чувствуется лучше. Там, конечно, он дороже. Нет. 100 баксов дороже. Слушайте, мне нравится вот этот пуфик. Какой симпатичный. И этот стул.
Я всегда мечтала о таком столе и вот о такой табурет. Мне нужно вот такой вот с лампами для ютубера. $45 стоит вот такая вот с лампами штука. Зеркало 24 и такой стол 150. Как здорово. И вот этот мне очень нравится, $350 стоит. У него такие ручки интересные, кожаные. Класс. Что с ней можно делать? Для чего это? О, коробка. Красиво. Похоже на нас. А плитка красивая. Это мрамор, да? Это мрамор, правда? Настоящий. Плиту. Нам скоро нужна будет новая плита, наша старая уже. Доходит. Но я не думаю, что мы будем в Айки покупать. Нет, я это тоже не думаю. Кран красивый как. Да. Супер. Есть еще такой, как шестеренки. Есть вот такой вот. А вот есть такой же черный. Блестящий есть. Смотрите, какая милота. Это маленькая креслица детская. Детскую комнату. Есть еще такое серое, а это вот в горошек. О, какая прелесть. Открыто, открыто, столовая. Ну, не совсем. Буфет открыт. Можно кушать, но нельзя там сидеть. Можно просто взять еду с собой. Прямо 5 звезд гостиница. Какая красота. Отель 5 звезд. Шикарная вещь. Для шампанского ведерка. Сколько она стоит? 35. Шикарно. Очень красивый набор посуды. Очень красивый. Видите, это написано, что это новое. А может, это относится к этой подставке. Не знаю. Такой нежный цвет туркоз морской волны. Тарелки. $40. Стаканы такие, вот такие вот маленькие мисочки. И мы видели, кстати, внизу такие миски под цвет, вот такие вот пиалы. А, вот это вот набор, это тарелки с пиалами. Боже мой, сегодня какие-то дети кричат дурными голосами. Такой красивый шкаф. $229. Он из бамбука. Класс. Какие есть чашки, которые подходят к этому по цвету, к этим тарелкам. И вот какое красивое блюдо за $20. Я бы его купила. Мне кажется, что у нас нехватка дома таких блюд. Шикарные блюда. Или вот это. Но вы знаете, что мне кажется, что его мыть тяжело. Сколько оно стоит? 15. Оно меньше немножко. Очень красивая. Или вот просто такое белое. Благородное. Красивый белый цвет. С таким немножко формой, видите, сделано. Не вижу. Вот так. И вот это тоже мне очень нравится. Этот из брас такой. Тоже новое. $40. Такая трехэтажная этажерка. Пироженки, бутербродики складывать. Как лучше в домах Лондона. Вот тоже такой же. Такие же тарелочки и вот эти пиалы. Это сейчас все в таком цвете. И вот такие зеленые. Сейчас все такого цвета морской волны. Зеленое и вот такое зеленое. Эти, кстати, на сейле по 2,50 вместо 4,99. Ой, люблю я киевскую посуду.
Красивые какие наборы. Ложки, вилки. Есть такие черные, прям черные, а есть золотые. $80 они стоят. Очень классные. А вы помните, я искала картину в ванну? Смотрите, они сейчас на сейле за $10. Она изображает какой-то минерал. И они все разные, между прочим. Или нет, они все одинаковые. А из чего она сделана? Слушай, какая интересная штука. Ну, мне кажется, что это слишком тумач для нашей ванны. Хотя вот жалко. Интересная штуковина. Вот это вот грустная, очень пессимистическая картина. Мне тоже не нравится. А вот Ван Гог. Разный Ван Гог. Может такой купить? Может Ван Гога купить? Ван Гога купить ванну. Боже, он такой большой. Как по-английски говорят? Ван Гог. Ван Гог. Винсент Ван Гог. Ага. Ван Гог по-русски. Ван Гог. Это все Ван Гог. Это тоже. А это эти? Нет, это не Ван Гог. Это тоже Ван Гог. Это Ван Гог тоже. Это не Ван Гог. А что это Ван Гог? Это девушка с сережкой. А нет, это не Ван Гог. Это не Ван Гог. А кто на кто? Шон, кто это? Who painted this? Кто рисовал эту картину? Вен говорит Ван Гог. Кто рисовал? Образованный. Кто рисовал эту картину? Вот это кувшинки. Моне. Вот это мне нравится, Йось. Может нам такую ванну повесить? This is Vincent Van Gogh. Все что угодно, пожалуйста. Какой хороший муж. Все что угодно, пожалуйста. Пожалуйста. Мне нравится она. Нет, я серьезно говорю тебе. Я что, против? А вы знали, что в IKEA есть секонд-хенд? Их можно привезти свою старую мебель сюда, которая вам не нужна, и оставить ее здесь. Всякие, вот смотри. А, ну это же запакованные, это что-то новые вещи. Да. Как странно. Кресло. Короче. Мы ничего не купили. Не соло нахлебавши, мы идем домой. Так правильно говорить? Не соло нахлебавши. Почему? Потому что матрас, который мы выбрали, его нет в магазине сейчас, в наличии, а кровать, которую мы выбрали... А кровать, которую мы выбрали, не влезет в машину, потому что нам нужно сложить заднее сиденье. Тогда она влезет, а мы не можем, потому что у нас 4 человека, мы приехали всей семьей. Короче, в следующий раз мы ручки мыть, в следующий раз приедут только мальчики наши, без меня и без Шона, без младшего, и купят все, что нужно. На сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Увидимся в следующем видео. Пока-пока, бай.